Мы должны стать частью современного мира. Решения международных организаций, такие как ООН, Комитет ООН по правам человека, авторитетные гуманитарные организации в области прав человека, если они выносят решения, мы должны выполнять. Потому что наши суды коррумпированы, наши правоохранительные органы коррумпированы. Поэтому мы должны опираться на справедливость международных организаций. Мы, как страна, будем их решение признавать и уважать.